Украина, Харьков, всем привет, пляж Безлюдовка. Ой, водоем Безлюдовка, пляж Небо, это вторая Безлюдовка. Солнце светит, лежаки бесплатно. Кальян 400 гривен, на водном мотоцикле 850. На ракете это вверх, как вода, две струи, такая обувь одеваешь. Это 1450. Сцена, музыка играет. Бассейн 100 гривен человека, детям бесплатно. Одевают браслет синий при входе, 100 гривен платишь, одевают браслет желтый. Вот такой браслет. При входе 100 гривен человека. Пуфики есть, Колян 400 гривен, пока не докуришь. Такие лежаки бесплатно. Сейчас бассейн покажу. Кафешка есть, пиво 80 гривен, мороженое 60, 0,5. Бассейн, можно пофоткаться, можно поплавать. Хороший бассейн такой. Люди вот фоткаются, девушка фоткает парней, дети купаются. Глубина бассейна, давайте посмотрим, сколько. Ну, глубина 1,5 метра где-то. Кафешка есть. Можно заказать что-нибудь похавать. Такая фигня. Люди кушают. Пивасик, кукуруза варена. Такое можно покушать. Видите, меню. И бар, кофе попить, водочку, алкоголь. Есть мороженое. Посидеть можно, отдохнуть. Пивасик такой. Меню есть, смотрите, меню. Я смотрю, спасибо. Меню. Девушка говорит сразу, да, все, вежливый персонал. Погорели уже. Музон играет. Блин, Музон, авторские права могут подбанить. Ютуб или ТикТок. Есть штука, где можно мыться. Видите, душевая. Женщина ребенка обмывает. То есть комплекс очень. Сцена тут. Диджей выступает по некоторым дням. Звезды. Далекие домики можно снять 2000 гривен. Классный домик. Слева домики можно снять тоже где-то 1,5-2 тысячи за сутки. Катамаране поездить.